Ну что ж, всем привет, ребят, с вами Джинс, и сегодня мы посмотрим на одну замечательную... Нет, надо сначала выключить Steam, потому что со Steam'ом нельзя смотреть на одну замечательную игру. Ну что ж, всем привет, ребят, с вами Джинс, и сегодня мы посмотрим на одну замечательную игру, которая играется прямо в браузере, на рекламу, похоже, по-моему, но нет, это не реклама, потому что уже все, кому не лень, записали по ней... Я не знаю, можно ли назвать это прохождением, потому что здесь выживание. Записали по ней выживание, вот. А это игра Agario, она очень клевая, она очень сильно напоминает первый режим в споре, знаете, когда очень маленькие жучки начинают есть еще меньше, становятся больше, 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 жучки, бактерии, там, короче, вы поняли. Я думаю, уже все они слышали. Здесь есть настройки сервера, играть мы будем, наверное, на Европе, потому что если мы будем играть на России, то там попадутся ребята с очень-очень-очень нецензурными никами, а мы этого что? Мы этого не хотим. Насчет настроек, здесь можно поставить темный фон, в принципе, если играть в нее круглосуточно, наверное, лучше играть с темным фоном, чтобы особо себе от яркости глаза не палить, но у нас не будет круглосуточное видео, поэтому будем играть со светлым фоном. Не показывать имена, в принципе, пофигу, показывать массу, вот это интересно. В принципе, без скинов и без цветов тоже фигня, цвета нужны, а скины, это, знаете, там можно ввести какой-нибудь ник, типа там dog, будет у вас доги, там не собачка, или там какую-то страну, там Steam, короче, вы поняли, у вас будет скин именно этого, огромный такой, знаете, Steam будет летать, короче, вы поняли. Сейчас мы конкретно получше эту игруху разберем, мы с вами будем джинсом, не будем придумывать ничего нового, вот как раз Steam огромно летает, слушайте, я просто Ванга. Смысл я уже объяснил, мы поедаем очень маленькие вот такие вот штучечки и становимся больше. Мы можем разделяться на два, и наша задача кушать более маленьких бактерий, и тогда все будет более чем круто, я думаю, более, повторил уже раз 40, но я думаю, всем пофигу. Так, пока что нас никто не трогает, поэтому мы можем спокойненько их поедать. Вот видите, мы с ним примерно одинакового размера. Вот луна больше нас, луна может сейчас разделиться и захавать нас обоих, поэтому стоит от него убегать. Логично, можно подумать, что чем больше вы, тем вы медленнее передвигаетесь. Поэтому, если вдруг... Ага, пацан разделился, и мы его схавали. Красавчик, он не понял, что если он разделится, то он станет меньше, поэтому не сможет нас съесть. А масса наша понемножку пропадает постоянно. То есть у нас было, вот видите, 155, оно чуть-чуть спадает, спадает. А есть еще вот такие вот штучечки, от которых, пока мы маленькие, мы можем спокойно в них... А нет, я уже слишком большой оказался, я затупил. Короче, как видели, такие вот штучки, об них можно взрываться. Так, отстань, отстань, скотина. Сейчас он еще на два поделится, наверное. Вот, об такие маленькие штучки, если вы большой, то можно взрываться. А если вы с ними примерно одинакового размера или меньше, в них можно прятаться. Это сделано для того, чтобы огромные типчики просто не бегали по всей карте и не жрали всех подряд. То есть можно прятаться в таких шипованных штучечках и в них оставаться для того, чтобы тебя не сожрал какой-нибудь... Steam огроменный. Ну не разделяйся, пожалуйста. Все, мы соединились. И еще раз. И теперь мы можем сами его сожрать. Ну давай. Все-таки он, зараза, съел нас немножко. Ну ладно, пофигу. Пока мы имеем массу 222, нас особо никто не трогает. Вот видите, это маленький Дейв. Его мы есть не будем, потому что нам это не нужно. Мы можем себе спокойно всех кушать пока что. А нам нужно съесть приблизительно как человек, который будет размера как мы, но чуть-чуть поменьше, чтобы мы с него как можно больше полезности получили. Так, 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 а ну-ка, бац, видите, мы его скушали. Вот так вот это все работает. Еще на клавише W мы можем отделять от себя массу. Но этим мы пока заниматься не будем. Так, а ну-ка, вот этот вот розовый квадратик, кружочек, квадратик. Иди сюда, родной, ну пожалуйста, я хочу тебя съесть. Я френдли, знаете, как на всяких серверах там говорят. Но на самом-то деле я нифига не френдли. Тут у нас есть еще два режима, то есть один это каждый сам за себя. И есть еще режим, который... Командный. Команда мне не особо понравился, я в нее поиграл немного, но вот каждый сам за себя, он четенький. Сейчас мы соединимся, но мы не будем разделяться, чтобы сожрать того маленького человечка. Маленькую бактерию, окей, сорян. Нас это не интересует, мы так пока по чуть-чуть, лайтовенько. Наша задача пробиться в топ, хотя бы на какое-то самое лайтовое место. Не знаю, получится ли у нас сегодня это сделать. Так иди сюда, ну пожалуйста. Нет, ладно. Так, оп, кусочек скушали. Иди сюда. Вот луна разделилась на два. Мне кажется, разделяться более чем на два не особо круто, потому что тебя может кто-то очень просто скушать. Вон турки здесь гоняют. Ну иди сюда. Жаль, что мне не показывается масса противника, чтобы я точно понимал, могу их если нет. Вот если у нас приблизительно одинаковая масса, то я просто за ним как бы бегаю, и мы даже можем друг друга обходить без проблем. Вот. Так, ну не разделяйся, ну пожалуйста.
Ну, пожалуйста, ну не разделяйся. О, вот видите, мы бац, за шипованные эти штучки спрятались, и нас уже никто не может догнать. Тут некоторые типчики делятся на кланы и не хавают друг друга. Мы так делать не будем, мы чисто по хардкору игрок, каждый сам за себя, без всяких кланов и тому подобного. Так, а ну-ка, блин, 5 плюс 5 равно неизвестно. Ну да, не каждый может посчитать, конечно же. Турк, кто на первом месте? Турклер какой-то. А нет, уже нет, уже кто-то его сожрал, или он просто потерял массу. Так, идите сюда. Блин, этот 5 плюс 5 меня преследует. Если вот сейчас по бырику можно съесть этого монгола, но он, короче, соединяется, поэтому лучше к нему не подходить, потому что если он соединится, он нас схавает, и нам это абсолютно не нужно. Ну давай. Земля маленькая. Земля, неужели земля настолько маленькая? Да почему вокруг меня столько злых ребят? Он, видите, плохой. Какие-то они все огромные, офигеть. Так, от них нужно сваливать. Пока что мы еще слишком маленькие для таких вот жестких вещей. Ага, земля уже разрастается. Ну хорошо, не будем мешать земле разрастаться. Я не вижу, почему я не вижу ребят, которые со мной примерно одинакового размера, но меньше. Я бы их с удовольствием бы захавал. Так, а ну-ка. Вот еще прикольно, когда они рядом летают, пытаются друг друга захавать, а мы такие бац, и их всех сразу хаваем. То есть вообще кайф. Ну, о, вот видите, доги, собачка. Ну давай, 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 земля, земля, земля. Давай. Ладно, пофигу. Пора, пора уже использовать свои способности. Тихо, тихо. Я бы еще этого захавал, ладно, пофигу. Вот, мы разделились на 4, этого делать не стоит на самом-то деле. Потому что нас может догнать какой-то чувак, который, по идее, меньшего с нами размера был до того, как я рассоединился, и спокойно нас кушать. А у нас размер уже довольно приличный, так что нужно держаться подальше от всей этой ахинеи и собирать бактериюшки. Потому что если вдруг нас захавают, то нас захавают всего и сразу. Нет, стоп, мы не хотим. Хотя мы с ними размеры приблизительно одинаковые, мы можем вокруг них гонять. А нет, нифига. Я думал, мы можем, но это не так. Так, а ну-ка угомонись. Давай, давай, сожри его. О, это жопа, конечно. Это жопа. Я тут зафейлил, конечно, нереально. Ну ладно, пофигу, у нас есть 4 маленьких братика. Нет, уже 2. Живи! Одна хотя бы какой-то маленький в нас врезался. Так, луна, луна, агрим, агрим на себя луну. Луна нам ничего не сделает, так что все под контролем. Мы можем... Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Тихо, спокойненько. Блин, конечно, обидно. Я думал, я не взорвусь. По идее, если я должен был с ними быть одинакового размера, то я обшипы не взрываюсь. Вот смотрите, когда я настолько маленький, то я точно обшип не взорвусь. Вот видите? Тут я могу даже в нем в середине бегать. Бьонсе пытается меня схавать, но она не понимает, что мы с ней одного размера. Так. Дубль 2. Мы должны вытащить хотя бы занять какое-то место в таблице лидеров. Хотя здесь играет, блин, 20 тысяч человек. Не так уж это и просто будет, мне кажется. На русском сервере было попроще, потому что там каких-то 5 тысяч, а тут, конечно, да. Тут хардкорно. Так, иди сюда. Please, don't eat me. Просто косят под PewDiePie, у него тоже на ролике такой ник был. Не-не, мы разделяться не будем, ну его нафиг. Пока что наша задача спокойно расширяться. Давай сюда. Отлично. Несмотря на то, что он был маленький, мы тоже не особо большие, поэтому нам было полезно его скушать. Тихо, тихо, тихо. Пока мы небольшого размера, стоит, наверное, держаться вокруг вот этих вот штучек. Ну давай, иди сюда, родной. Ну что такое? Хотя ладно, он прошел, поэтому нужно сваливать. Сваливать как можно быстрее. Так, спокойненько. Ох, там кто-то хорошенечко так разделился. Ага, ага, ага. Вот был бы я большим, я бы их всех, наверное, захавал. Но нет, не сегодня. Пока что я мал. Ну не разделяйся, старик, не надо. У меня слишком маленькая масса, чтобы ты разделялся. Ты что? Тихо, тихо. Все, и в другую сторону сразу. Вон там вот для того оранжевого ты можешь разделиться. А для меня не стоит. Так, ну мы возвращаемся в былой размер. Это круто. Спокойненько, без всяких заморочек. Не-не-не-не-не-не. Плохой парниша, не стоит, не стоит. Пожалуйста. О, турки, бац. Отлично. Скушали турков. А, вон там еще один маленький бегает, что-то они какие-то странные. Офигеть, они сверху вниз, снизу вверх летают без перерыва.
О, тут слишком много маленьких точек. Их можно покушать. Их очень много прям. Нашел золотую жилу прям. Так, не-не-не-не-не. До свидания. С тобой я дружить не особо хочу. Хотя мы с ним приблизительно одинакового размера. Но если он разделится, то я его точно схаваю. Так. Я здесь протиснусь? Скажите мне, что я здесь протиснусь, пожалуйста. А, нет-нет-нет. Все отлично. Вроде не лопнул. Там вообще просто по краешку было. От этого оранжевого я бы скушал, на самом деле. Но он же тоже не тупой. Мне кажется, вот этих двоих можно схавать. Давай, давай. Земля даже разделяется, не знаю зачем. Вот, please don't hint me. Давай, давай, давай. И его сейчас. Бац. Вот зараза. Тупанул я. Нет, 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 нет. Ну почему? Ладно, пофигу. Живем пока. Я надеюсь, он еще раз не разделится. Блин, я думал, я смогу его схавать. Мне казалось, что у меня все-таки больше размер. Это было бы круто. Тут может так иногда запереть, что ты прям вообще всех подряд скушаешь, то есть ты одного ел, там рядом пытался тебя скушать, типа, а ты уже больше его, и ты его сразу хаваешь, и всех вот так вот подряд. Но так очень редко запирает, хотя я уже однажды был там на третьем месте что-то в таблице лидеров, я не сказал, что я там прям каждый день не играю, поэтому я считаю это успех. Ха-ха, разделился и не схавал меня. Я думал, у него сейчас забомбит, и он еще раз разделится, но нет. Так, монголы. Почему-то этот монгол без иконки, наверное, как неправильно написал. Тихо, тихо, тихо. Это один, а этот тип был самым большим в свое время, а сейчас он уже 8-е место. В свое время, знаете, в 90-х он там рулил всеми, а сейчас уже не. Фак, еще землю не смог схавать, прикиньте. Я так разделился шикарно. Мне кажется, когда вот вдвоем летаешь, то можно больше всего покушать, поэтому это выгодно. То есть ты все равно быстрее передвигаешься по дефу. Так, собачка. Нет смысла за ней гнаться, потому что она по дефолту быстрее меня, потому что меньше. Так что мы стараемся пока понемножку. Ух, тут. Нет! Да ладно, ты серьезно разделяешься на три части, чтобы схавать маленького меня? Ну зачем ты так, ну? Опа! Я буду мстить. Нет, я не буду мстить. Кто это? Это, наверное, самый большой. Тихо, луна. Луна, захавай Бьонсе, а мы пока сваливаем. А что он за мной-то идет? Луна, ты что, троллишь меня? Там же есть Бьонсе, она более сочная. Это я ж быстрее, Луна. Так, ну давай, 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 давай. Опа, сэнпай. Ко мне, сэнпай. Не хочу разделяться, блин, хотя стоило бы, наверное. Слишком маленький этот сэнпай, забьем на него. Чего все это хотят меня скушать? Я же никому не причиняю вреда. Я себе спокойненько летаю, никого не трогаю. Луна на третьем месте, по-моему, на... О, нацисты. Ладно, не будем их трогать. Так. Блин, 5 плюс 5 так и не стал больше, короче, он умер, походу, но мы еще не слились. Мы плывем по течению. Ой-ой-ой, мы тут между двумя титанами встали, лучше отправляться наверх как можно быстрее. Луна на третьем месте, она там чуть ли не на четверку разделилась. Давай, оп. Ну, блин, я вообще впритык был. Что за фигня? Хочу кого-то скушать. Мы с Доги приблизительно одинакового размера, поэтому мы можем с ним друг об друга так проходить. Поздоровались, знаешь. И все, по-другому никак. Давай, давай, давай. Тут не помогает. А им твой, то есть тут нельзя его догнать, быстро на него навестись, например. Не-не-не, тут такое не катит, надо только разделяться. Но он тоже мансует, чтобы я не разделился. Но я-то разделюсь. Ха-ха. Так. Отлично, мы становимся больше. Главное, чтобы нас не схавали. Так, луна, спокойно. Надо держаться подальше от всего этого. Ну их нафиг. Так, а ну-ка. Луна там вообще разрастается, капец. Спокойненько, спокойненько, без всяких заморочечек. Ага, ага, давай, срастаемся. Отлично, у нас уже серьезная масса, 300. Нет, она нифига не серьезная. Вот эти вот два маленьких бегают здесь, не буду их хавать, хотя мог бы. Какой я великодушный. Хотя вот троих там уже точно, наверное, нужно закушать. Луна, спокойно, я знаю, чего ты хочешь, не надо, Луна. О, вот троих.
Он двоих только схавал. Ну, хотя бы так. Третий смог скрыться. Когда я уже буду на 10 месте? По-моему, я готов. Я готов попасть в leaderboard, просто быть там топовым. Или не готов, я не знаю. Нидерланды вот на 10 месте. Нет, нет, нет! Скотина такая, Нидерланды. На 9 уже пробрался. Ну, пожалуйста, дайте мне стать топовым. Давай. Нет, Дот, ну не разделяйся, главное. Оп, как я отмансовал от него, вы прочувствовали? Просто в другую сторону ушел. Как полагается. Ага, как его не съел? Капец, видели, как он ушел? Просто вообще так. Покерфейс, да, значит? Это же не покерфейс, он там улыбается слегка. Это же совсем не покерфейс. Сплошной обман. Я бы такой, что разделился бы и схавал этот покерфейс на самом деле. Нет, 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 нет. Ладно, все, этот джинс уже потерян, как я понял. Нет, в ту сторону, в ту сторону. Стойте, стойте. Я выжил? Серьезно? Я выжил, правда? Нет! Ух ты, елки-палки, луна, луна, не надо. Сейчас разделится, чувствую. Вот я бы на его месте разделился, наверное. Но я не на его месте, наверное, поэтому я не в топе. Так. А ну-ка. Good. Нет, там луна. С луной шутки плохи. Луна знает какой-то секрет. Тихо. Оп. Захавали десяточку, приятно. Луна, кстати, вперед не продвигается. Но как на третьем месте была, так и остается. Максимальное сосредотачивание, что ли. Просто. Фокус на максимум. Тихо, плохой парень, спокойно. Нет. О, сорите. А, я думал, он сейчас уткнется все-таки. Давай сюда, ко мне. Разделяйся. Боишься шипов? Это правильно, это надо. К монголу, мне кажется, все-таки больше у меня размера, поэтому к нему не стоит лезть. Вот теперь можно. Если я разделюсь, то я не смогу его схавать. Если так чисто за ним бежать, то может быть. Хотя он за собой заметает, то есть он все штучки кушает за собой. Так, бупс. Не, луна, я знаю, что ты хочешь, но не стоит. Ой-ой-ой. Тихо, луна, спокойно. Но если ты разделишься, ты потеряешь свой кусочек, потому что он турклер. Ого! Не-не-не, все, стоп. Тут две луны, я так понял, это два разных игрока, или почему-то они просто слишком далеко друг от друга. Так, а ну-ка, ребятки, я бы вас закушал на самом деле. О, вот так вот. Ай, хорошо, это было неплохо. А ну-ка, Дот. Не-не-не, Дот, не надо. Но мы с ним приблизительно одно. Вот если мы сплотимся, он понимает, что если мы сплотимся, то ему жопа. Так, вот тут можно еще раз разделиться, на самом деле. Вот как-то... Не-не-не, монгол, не стоит, монгол. О, вот этого вот маленького монгола я бы съел. Но он же не дается, скотина. Какой пот, здесь просто капец. Тихо. Луна, до свидания. С луной шутки плохи, уже проверено. Я бы с монголом бы пошутил немножко, но он же быстрый, зараза, из-за того, что разделился. Так, Кирито, не стоит, только не разделяй. Хотя если он разделится, я его захаваю, мне кажется. Так, и тут еще и луна, да сколько вас здесь? Так, не стоит, луна, я знаю, что ты хочешь. Луна, не надо, пожалуйста. Ну, луна, прошу тебя. Нет, ну луна. Ладно, в общем-то, вот такая вот игруха Агарио.
В принципе, здесь можно быть в топе, быть крутым, но это не про нас. Я еще не настолько подготовлен, нужно играть больше. В принципе, я хотел вам просто показать ее. Если она вам понравилась, ну и если вообще в целом вам понравилось видео, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Пока и удачи, вам всего хорошего. Встретимся в следующих эпизодах.